Привет, друзья! С вами снова Инесса и Герт из Норвегии. Канал Скандинесса. Всех приветствуем! Привет! Две недели назад мы вернулись из нашего отпуска. Мы путешествовали с моей свекрови 96-летней. Путешествовали мы по Черногории, были мы две недели, посетили Албанию, также и Хорватию, остались очень довольны. Ну и что? Прошло две недели, и мы поняли, что нам не хватает солнца, поэтому мы выдвинулись опять к солнышку. Сейчас мы находимся в аэропорт Торп, вон там он вдалеке, и мы летим в Испанию, Малага. Вечерний рейс, лоукостер, билет стоил совсем недорого, 70 евро, и мы решили отдохнуть. Совсем забыла сказать, на какое время мы собрались в путешествие наше, в очередной, так сказать, отпуск. Мы взяли обратные билеты через 18 дней. Вот. Так что мы планируем побыть не только в Испании, мы хотим съездить в Фару, Португалия. Зарезервировали только одну ночь в отеле по прилету. Прилетаем мы где-то в 12:30 ночи. Берем такси, едем в Тормолинос. Это недалеко совсем от аэропорта, по-моему, порядка 10 километров от аэропорта. Ночуем там, утром едем обратно в аэропорт, потому что мы забронировали машину в аренду, забираем машину там и уже свободны. Поэтому каждый раз мы сами даже не будем знать, где мы будем останавливаться. Вот такая авантюрная поездка. Сейчас мы припарковали нашу машину на стоянке возле аэропорта на эти, ну, почти три недели, так скажем. Герт сказал, что это обойдется порядка 1100 крон, по-моему. Аэропорт маленький в Торпе. Здесь в основном лоукостеры. Буду вам показывать наш самолетик. Норвежские авиалинии. Полный, наверное. Все, мы добрались. 7 километров от аэропорта. Вот такая у нас комната. Вилла Бонито. У нас даже есть бассейн. Можно чуть-чуть что-то попить, чай. И душ, ванна-душ. Все чистенько. Даже принадлежности какие-то есть, шампуни. Вполне отлично за 60-65 долларов, по-моему. Ну что, мы спать? Завтра поедем забирать нашу машину в аренду. Опять в аэропорт.